Это анатомка и тема сегодняшнего урока — мышцы фасции предплечья. Перед нами правая конечность, поперечный распил на уровне средних отделов предплечья. Прежде всего необходимо рассмотреть фасции кости и их соединения. Перед нами фасция антебрахи. Радиус. Лучевая кость, ульна, локтевая кость. Между костями предплечья, как и между костями голени, находится межкостная перепонка, мембрана интероса, антебрахии в данном случае. Далее следует обратить внимание на мышцы передней и задней группы предплечья. Какие мышцы мы видим? Прежде всего, это абдуктор поллицис лонгус, мышца, отводящая большой палец кисти. Мускулюс экстензор дигиторум, мышца, разгибающая пальцы. Мускулюс экстензор дигити миними, мышца, разгибающая мизинец. Мускулюс экстензор карпи ульнарис, это локтевой разгибатель запястья. Мускулюс экстензор поллицис лонгус, мышца, разгибающая большой палец кисти. Мускулюс флексор дигиторум профундус, это глубокий сгибатель пальцев. Мускулюс флексор дигиторум суперфициалис, поверхностный сгибатель пальцев. Мускулюс флексор поллицис лонгус, длинный сгибатель большого пальца. Мускулюс пальмарис лонгус, длинная ладонная мышца. Мускулюс флексор карпи радиалис. Это лучевой сгибатель запястья. Мускулюс брахио радиалис, плечи лучевая мышца. Мускулюс экстензор карпи радиалис лонгус и экстензор карпи радиалис бревис, короткая и длинные мышцы, разгибатели запястья. На какие же крупные кровеносные сосуды и нервные сплетения необходимо обращать внимание? Локтевой нерв, локтевая вена и артерия, межкостные нервы и артерии передние и задние. Лучевой нерв, и нервус медианус.